Стою тут на улице, жду детей со школы. А здесь привезли Леве опять какую-то штуку огромную. Опять тяжелая, 200 килограмм, дочка. Ну нет, это поменьше, конечно. Ой, меня Никуся сегодня намазала всю. Попросила ее спину. Надо как-то этот кашель лечить. Ах, бандитка. Ах, бандитка. Ну-ка, покажи нам эту бандитку. Ракета. Бандитка, летишь. Куда летишь? Ты куда летишь? Ты куда летишь, Ася? И куда ты летишь? Там дети, идем их встречу. Ходюшка. А где ее поводок, дочь? Ребенок, гляньте, она свесила уши. Где мама? Где мама? Смотри, где я там, почему я не захожу? Что? Да подожди, задушишься же, господи. Господи, куда же ты? Пошли. Ой, где-то тут наши идут. Где Макар? Вон он бежит! Макар, где? Вижу Мишель пока там. Да, Ася? Вот она ко мне. Все. Ты что, слышишь, ты чего? Вон бежит Макар, смотри. Вон! Она видит. О, сколько счастья! Ой, я зелена! Выиграй кубик-рубик! Выиграл кубик-рубик, молодец! Ой, сколько счастья! Тебе футболку не выдавали, Макар? Дети приехали. А мне? А класс кому-то выдавали? Нет. Okay. Ну, всем отдавали. Когда? Ну, всем в пять. Зачем ты ее ланчбокс берешь, сынок? Ой, какая прелесть! Ничего себе! У тебя дома большой этот маленький, да? У нас был колбет. Классно. У нас тоже сегодня настоящий. Все, хорошо, что в школу пошли, да? Сегодня утром у нас не было желания. Ну, в смысле, желание было, не выспался. Мам, вкусные маффины. Вкусные маффины, да? Да? Ну, ты все съел? Да. Молодец. Сейчас проверю. А снэк съел? Да. Тоже съел? Клубничку съел? Все? Да. Моя умничка. А, все, теперь ей гулять не надо. Дети пришли. Что там делать? Надо сейчас кушать. Ну. А я сейчас буду делать вареники. Вареники с картошкой, с грибами на обед. Хотела сделать заранее, но меня что-то самочувствие подвело. Сейчас встану. Быстренько лежала, короче, почти до обеда. Когда эта простуда меня покинет, засранка. Хвастается, хвастается. Так, Ася, иди давай. Так что пей была. Мама, ну, я не знаю. Физкультура у них была. У нас была пи-и и танцы. У вас тоже пи-и? И танцы? Да. Ничего себе. Ася, ничего себе. Сегодня была конкурсия. А, короче, они стали чуть что-то, и там 100 минут нужно сделать это. Типа ты не должен двигаться вот так. Да ты чё? Это что это? У нас тут коробочка стоит на Карышкину, надо кроссовки поменять, сходить. Ой, мы были в Алди ночью опять практически перед закрытием. Поехали купить ягодки. И, конечно же, я вас с собой взять не успела. Вот, но сегодня поедем менять, и я вас возьму. Вот это капруты. Что это такое? Это капруты. Ему выдали, что ли, тоже хромбук? А тебе компьютер дали или только бумажку? А, тут надо расписаться, да. Мы сейчас подпишем в автоколхоз. Ася, no! А зачем ты на пол кладешь, когда Ася не в клетке? Чё? Она тебе быстро сейчас... Ой, хочу вам показать свои пересаженные фиалочки. Посмотрите, как она у меня зацвела. Буквально, вот помните видео, я вам снимала, да, когда их рассаживала? Или я не снимала, хотела снять, ну, в общем, не важно, это было где-то месяца два назад, наверное, я их рассадила. Они у меня сидели три с магазина в одном горшке. Вот этот посадила тишевый, вот этот посадила в маленький, и она очень быстро зацвела.
А вот эти посадила в большой. У меня просто не было других горшков. Видите, здесь прилично место еще. Нужно, конечно, пересаживать, потому что она сейчас пока массу наберет, цвести не будет. Эти тоже. Этот немного меньше, но тоже, мне кажется, крупноватый. Зато у этой листики покрупнее. Ну, в общем, месяц еще не буду трогать. Если не зацветут, то придется поменять горшок побольше. А вот это малыши мои. Вчера пересадила их уже со стаканчика. Такие хорошие корешки дали. Не знаю, какая из них какая. Короче, я в итоге запуталась. Ну, зацветут как-нибудь, посмотрим. Вот, чем вчера занималась. Рассаживала свои цветуёчки. Так благодарна Аське за то, что она мне сейчас выгуливает Никольку на солнышке. Посмотрите, что они творят тут. Посмотрите, что они только творят, эти дети. Ай, не-не-не-не-не! Не! Ты мокрая, Ася, где твоя это? Он, как ее? Ася. Палочка. Напоминает она мне бегемотика. Мне Ева показала бегемотика маленького, я теперь это развидеть не могу. Как на Асю смотрю, так вижу бегемотика. Ой, красавцы. Что, она уже в тазу накупалась и не успела, да? Ася, давай еще в тазике покупайся. А когда шланга нет, да, она купается. А так, конечно, предпочтет шланг. Здорово. Ася. Она не достает, ей так неинтересно. Пониже в рынке. Не-не, теперь повыше. А, господи, уши прижала. Ой. Ой, тихали. Ой, затихали. Все, мы уже домой пойдем. Накупались. Ну, давайте. Приехали с Алди. Девушка, ну-ка покажи авосечку, какую мама тебе связала. Во, видали? Какая мама. Вязала ей авоську двух цветов. Она попросила, ей для съемок нужно было. Органик. Сейчас приехали в Костко. Ой, в Костко, говорю, господи. В Алди сдать кроссовки Макаркины, потому что взяли сильно большой размер. На сменку ему брали. И сейчас нужно будет поменять эту коробочку. Надеюсь, они тут будут. Мы приехали в другой Алди, подальше от дома, потому что возле нас уже ничего нет. А этот побольше. Так, а нам нужна тележка? У нас авоська. А я не знаю, должны делать ретерн, где же делать? Сейчас узнаем как раз. Сразу туда пойдем. Ой, боже мой, видно цветочки. Совсем сдохли. Кошмар. Сейчас Ева поменяет кроссовки, сдаст один. И мы пойдем выберем вторую. Ева возвращает там кроссовки. Мы с вами пробежимся. Нам нужна одна баночка. Здесь мы урвали в своем. За $8 обалденную банку такую с краниками. Здесь что-то я не вижу. Видимо, нету. Их нигде не было. Там вот одна только стоила. Ой, смотрите, какие классные доски стерео. $16. Так, кроссовки. Я тоже не вижу. Получается, у нас Audi меньше, но ассортимент больше. Как-то так выходит. Тут только игрушечки, кроссовок нет. Никаких не вижу. Странненько, совсем другой ассортимент. Прям вообще отличается. Может, тут еще один ряд есть? Не знаю. Там выше еще можно посмотреть. Здесь что? О, вот эти вот игрушки такие классные для собак. Здесь внутри пластиковая бутылка. Вот такая рыба. Очень странно. Мы свои такую рыбу покупали, она была больше. Давно очень. Там внутри бутылка. Вот наша очень любит с бутылками играть. Вот смотрите, там есть желуди.
такой вот желудь. Она очень из грубой ткани сделана. Вон, Маша с удовольствием грызет. И вот здесь кость натуральная. Прикреплена, блин, засвечивает. Вот. Очень функциональная такая груха. Так, это кто у нас тут? Лиса такая. Здесь такой жираф. Здесь вот такая лиса. Девушка, мне кажется, или это меньше, чем у нас рыбка? Да, у нас прям другая совсем, да? Прикольно. Кэша мы дали. Тебе куда выучили кошелек? А, без разницы, куда засунешь. Смотрите, какой масел. Копчененький какой. Вот рожки здесь наваленные. Так и нет. Господи. Сумку много. Тут так много денег дали. Идем дальше. Вот это подстилки в клетку. Смотри, дочь. Такие прикольные. Ага, домики яркие такие. Вот эти кровати, да, тоже классные, качественные. Прям вообще. $19. Ну, прям огромные и очень качественные. Мне кажется, наша бы в такой дом не залазила. Майя? Ага. Да, Майя. Хотя ее сложно предугадать, что у нее на уме. А ты на пол спусти, дочь. Вот эти постели очень качественные. Мне прям нравятся они. Что эти, что эти. Классные. Так, короче, пацана. Вот кроссовки эти, дочь. Ну, наверное, хаки. А вот хаки, которые он хотел. Ему парушки очень понравились. 12-й. Да. Отлично. Сейчас мы ему, конечно, назад их вернем. Макару очень они понравились. И он расстроился, если, конечно, мы бы их не поменяли, а просто сдали. Вот 13-й, который мы брали. Ев, давай сравним размер. Сильно это? 12. Да, есть 13-й. И надо посмотреть. Ну, 11-й, не знаю. У него сейчас, мне кажется... Нет, 11-й это уже маленький. Маленький. Держи. Не почти сильно. Да не, меньше, конечно. Давай 12 возьмем, да? Очень маленький, классный. Будем носиться. Он сам себе сейчас одежду подбирает. У него есть хаки штаны, шорты, хаки футболка. И вот он в последнее время снаряжается. А как увидел эти кроссовки, так вообще забыл. Хочу, говорит. Ой, какая милота. Лет? Да. Так, нам на снеки что-то нужно? Ягоду нам можно было бы посмотреть. У нас на завтра нет ничего. Ягода, еще какие-нибудь, может, батончики, дочь, не знаю. Что? А, здесь это туалетную бумагу. Где тебе говорила скидка? В Волгинс надо заехать. Говорят, там по 99 центов. Туалетная бумага сейчас на скидке. Посмотрю. Так, что тут у нас? Шоколад. А, давай. Никуся попросила шоколадку клубничную, я бы пошла ей искать. Так, а я тут ищу ягоды. Где-то не там брожу, непонятно где. Да не беда. Ничего нет, кроме голубики. Манго. Какая-то зеленая. А вот клубничка есть. Клубничка такая нарядная прям. Доча, подержишь? Я не нашла апельсин. Мы же брали макару? Хотела сегодня найти и не нашла ему. Такой мы точно не брали. Нет, такой нет. Я ему один взвешивала. Крупный такой апельсин. Думала, порежу его в этот гринвайсе. Не, мы в этом дом отсекали.
там вечером ездили. А, может быть. Короче, я уже тогда запуталась, где что брала. Что, одну возьмем или две? Я думала, две у нас сразу пропадут. Это, я хочу мощи киви взять. Ну, вот такая голден, дочь, вкусная? Голден. Кажется, они не очень кислые. Пойдем. А это что, слива, дочь, вкусная? Вроде зеленый какой-то. Да? Да нет, мягенькая. Не хочешь? Ева, что-то не впечатлилась. А вот обычный киви, дочь. Он дешевле в два раза, чем голден. Но выглядит как уже переспевший. Сейчас посмотрим. Ай. Ну нет, как вроде. Более-менее приятный. А, хлеб еще, дочь. Вот, что я вспомнила. На сэндвиче. Хлеб всегда нюхаю. Вот тут хорошо пахнет очень. А, не знаю, у меня как-то... Я по запаху вычисляю. Хлеб более-менее нормальным составом. Вот. Все. Эти питьевые у них есть йогурт? То есть один, мне кажется, остался. Какой камин прикольный. $149 стоит. А это набор на Backyard. $169. Диванчик. Ну, уже тыковки стали появляться. Глянь, я тыквы уже говорю во всю Ивановскую. $14. Мягенькие. Стол раскладной. $34. Что, пойдем бочить? Или это отсюда вот? А, окей, жаль, мы доехали. Мы сегодня, смотрите, уже солнышко садится. Такой круг дали, что-то погуляли мы с Евой. Пришла моя посылочка, видите это? Вы видите то, что вижу я? Это знаете что? Если бы что-то интересное. Это всего лишь запчасти от небулайзера. Я вчера не смогла сделать ингаляцию, потому что она, короче, у меня сломалась. Одна штучка идет. Она вам хочет еще раз показать мою авоську. Посмотрите, как мне все влазит. Зацените. Круто. Тебе удобно? Очень. И не надо тележку с собой таскать. Это самая лучшая поход в Алтон. Да, посмотрите, как классно смотрится. Я еще одну ей пообещала связать. Да, второе плечо. Так, бежим. Там наша бабка нас догоняет уже. Аська, я не знаю, что держать. Аська, держи, там мы потом не отвяжемся. Ты что? Все, да, я даю. Ты встречаешь, да? Ты встречаешь, а? Нет, красавица. Ты встречаешь маму с Евой, да? Да, ты встречаешь нас, да? О, господи, я поглотила от меня. О, господи, что там на паласе за пятно? Я не поняла, черное возле ее ноги. Нет, это цветочек. Цветочек? Да. А, сори. А мне отсюда кажется, как будто пятно. Что? Какой-то странный цветочек, почему-то он нет, темнее. Нет, ну, да, это тоже цветочек. Странный. Да, крас. Чего ты? Ой, красотуня. Ой, бегемотик. Мои складочки. Бегемотик. Мои складочки-то. Попка точно как у бегемотика. Да, Ася? Она когда вяжет. Не кусайся. Не кусайся, все. Не надо кусаться. Пошли. Ай-ай-ай. Ева, когда ты эту бандуру будешь распаковывать? Сегодня? Или завтра? Не надо, чтобы не кусали, не волнуйся. Сегодня. Может, и завтра. Смотрите, он мне говорит, раздевайся. Миша, пошли, покажи. Никуда больше не пойдешь. Снимай кроссовки.
сказала тебе. Иди, если там ушла бабка. Нет, еще. Господи, как же задолбала уже эта бабка. Заставила мешать занести велик. Иначе я напишу письмо. Все, идите гуляйте, не бойтесь никого. Не разговаривай с ней, все, уходи. Ну, понятно. Конечно, ей бы... Маме бы она уже присесть, да ей. Майя, пойдем домой. Майя, кс-кс, Майя. Ну, сейчас дети ушли, она за ними попрется, конечно. Ева, посмотри сюда. Куда? Что случилось? У нас гараж. Бабка заставила Мишель занести велик и стояла вот тут возле куста, пока она не занесла. Иначе вам будет письмо и, или ограничение. Запарила, блин, вот ей я больше всех сказала, надо. Я звонила, мне разрешили оставить, она устала. Капец, она достала. Ася тут с ума сходит. Ржака, просто не могу. Опс! Упали. Прыгучая такая. Ну ты же на нас не обращала внимания. Не козря мы с тобой засмеялись. Она со мной сам уже полчаса играет там. Ты кусаешься? Да, да. Ты кусаешься? Ну, ну, ну пожалуйста, я больше не буду. Ну, пожалуйста, я больше не буду. Ника ее только что выпускала, она покусала на ноги, и она ее посадила. О-о-о! Все. О, боже. О, боже, я знаю, кто это сделал. Это моя Никуся. Ой, смотрите и завидуйте. Ребят, смотрите, какой она мне халатик приготовила. Там свечечка. Это что там лежит? Шарик соль для ванны. Здесь посмотрите, что. Это аромамасла она мне включила. О, господи, она мне даже масочки приготовила. У нее ты прелесть. Это полотенце руки вытирать. Она мне всегда кладет сюда, чтобы я, если телефон буду брать, понадобится, я могу вытереть. Это банное полотенце. И вот еще одна маска. Но, видимо, думала, что я долго буду определяться. Но я, конечно, сейчас вот эту сделаю. Обожаю эти маски. Это с витамином С, осветляющая масочка. Сейчас умоюсь и сделаю. И как завалюсь, и все хвори пройдут сразу. Мне вставать без 10:06. Сейчас полчасика полежим и спать. Ой, желаю вам, чтобы у каждого была такая ванна, кем-то заботливо вам устроенная. Это просто счастье, иметь таких деток. Ну все, спокойной ночи.